Банная печка с чугунными дверцами. Топочная дверь с жаростойким стеклом. Зольник, колосник. Эта часть будет выходить в предбанник или в зону отдыха. Здесь будет кирпичная стена. Эта часть будет в парилке. Каменка по кругу будет обкладываться камнями, то есть декоративная решетка специально для камней, сверху будут камни. И еще кроме этого есть каменка 325 труба, такая с закрывающейся дверкой. Сама дверка позволит камням больше сохранять, более длительное время сохранять тепло. Вот эта вот трубка, выведенная сверху в каменку по желанию заказчика. Для чего сделано? Для того, чтобы длина каменки 60 сантиметров, вот в самый конец каменки водой не прокинешь, то есть если там камни есть, их там никогда с них пар не достанешь. А если заливать воду с верхней трубки, то камни, как раз вода будет попадать на камни, на дальние. И чтобы вода растекалась на более большую площадь, еще такой пятачок сделан, то есть вода попадает на пятачок и растекается дальше по камням. Это прочистная такая ревизионная дверца. Можем до всех внутренностей добраться. Печку. Вот эта дверца герметичная, проложена уплотнительным шнуром. Сама труба 530-я. Стенка 12 мм, все весь остальной металл. Вот этот блин под топкой. Топка сама 8 мм. 6-мм металл только на зольнике. Ну и ножки 5 см небольшие. Покрашена жаростойкой патиной. Патина красное золото, но что-то на золото она не похожа особо. Скорее бронза.